Надо автоматическую. А, надо вручную выбирать связь. Вручную? Да. Вручную. Нормально. Это специально, чтобы во время этого всего мероприятия никто никому не звонил и чтобы не отвлекал. Вот, а мы находимся в кафе «Вкус жизни» на мастер-классе «Личный бренд». Конечно, надо всем фотографироваться, как же не. Если там поместятся все, конечно, с этой. Что там ценного есть? Так, вот сейчас общая фотография, но места не хватит сфотографироваться. Это надо на веранду идти, либо на улицу. О, все на веранду, ура! И все идут на веранду. Я сказала, стой, жди меня. Что? Да, я слушаю. Стой, жди. Надо понять их передать. А может, ты говоришь, что я вам просто фотографию? Зачем мне компьютер фотографию? Не с чем заняться, да? Да? Во время кофе-брейка не с чем заняться. Вообще, да. Мне сказали, что нужно выплатить продукцию для того, чтобы заняться обратно. Я сказал, ребята, я ловушки просто готовлю. За что вам не заморачиваться? Что, не хватит и там места, да? Очень холодно. Да, очень холодно фотографироваться, да? Да, я... Правильно. Не настолько. Вашего конкурента нету. Нашего? Один из вас. Наши коллеги. Партнеры. Все коллеги. Добрый день, Татьяна. Здравствуйте. Конечно. Давайте, давай. Конечно, можно. У вас горизонтально или вертикально? Да. Ребят, давайте сейчас на кухне, потом уже, когда все зайдем, да. Ого. А могли бы вы открыть проект, может быть, на веселее? Ну что, повеселее? Все хотят. Кого взять тогда? Не пройти. Ну как, много людей пришло? Получше результат, чем в прошлый раз.
Да. Да, да, получше. В тот раз 18 было человек, сейчас уже где-то 33. Они не пришли, да? Так, а есть? Вы правильно все поняли? А? Все как надо написали? Не да, все правильно. Вот, смотрите, где вот. Цветницкий, прочитаете? Да, конечно. А здесь? ИП, Дубовик, все. ИННН, все правильно, совпадает. Вам могу карточку эту скинуть? Все, все, не надо? Спасибо, да. Идем дальше. Да, здравствуйте, вы тоже решили все-таки? Все-таки, еще? Да, все-таки решили. Такой же, да. Ну я, что-то кажется, ну, тематика я другая уже, в принципе. Ну, и поинтереснее, мне кажется. Ну, да, ну поживее, да. Да, да. Да. Довольно так бухгалтерской тематики много. Да, да, есть, цифры, если, цифры, не, цифры. Не кажется, да, то есть, а да, тут да, такая больше. Более, да, вот, ну, собственно, это и есть личный бренд, да. Ну, да, 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 все правильно. Все правильно. Опа, начинается операция. Благодарю. Да, это творите сами? Спокойно? Да. Ну, это естественно. Художественный ретюр, то есть делать, смотрите, я не художник. Матрицы заказывают художники. А у меня же технологический процесс, формовка, отливка. Вот. А можно у вас буквально 30 секунд вот, именно узнать вот, по формированию упаковки? Индивидуально это уже платно. Я понял, у вас отлично. Смотрите, очень. На скорую руку делалась упаковка, очень скорую руку. Да? Я вот так пообщался с людьми, вот, и мне показалось, не только мое мнение, а и другим людям тоже показалось, что это намного интереснее мероприятие, чем было прошлое. Да, но потому что разные, тут... Да, ну разные темы, разные да. Спикеры, да, да. Разные спикеры, разные темы. Да. Как бы, мне кажется, и здесь ярко, теплее как-то, да, никто не заметил. Имеете в виду атмосферу? Ну и атмосфера, и сама, и тепло вообще, ощущение теплое. Вот, именно. Вы пиар-менеджер ресторана «Вкус жизни»? Нет, я не пиар. Я что, похож на пиар-менеджер? Хотите, я вас познакомлю? Пиар-менеджера Виктория зовут. Короче, здесь интересно, мне кажется. Удобнее, намного удобнее. Темные и мягкие стульчики эти. Единственное, что здесь мало света и мало места. 35 человек, в принципе, нормально. Ребята, дадите горячее. Сейчас будет, сейчас. Да, прям еда вот. Вот прям вот такие вот штуки вот. Сейчас просто официально подтянусь. Да, сейчас будет. Не надо ничего заказывать. Добрался. Да. Никто не уйдет. Ребята, кто хочет чай, уже готовы. Да. Поэтому вот, это нам как раз тарелочки, да? Можно отсюда начать с вип-столика, а потом... Так, смотрим, что у нас там принесли. Вот так вот. Не знаю, а что мне поставили? Да мне лично, да. Даже красная икра. Ничего себе. Нам еще тарелочка полагается? Ну, все, полагается. Сейчас вот так поближе надо ставить ее. Пирожок какой-то. Так, смотрим, что нам сегодня принесли. Не, ну это поинтереснее, чем в прошлый раз. Гороховый суп. Пирожка с конфеткой, это реально было. У меня даже фотки есть. Да, 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 это в мечтате было. Вот, мероприятие. А, это у нас завершится. Да, да, да. Это возле... Ну что я тут наступила? А, Татьяна присылает. Татьяна присылает на почту. И
и еще в группе ВКонтакте. Они там постоянно выкладывают. Да, да. ПБРК, по-моему. Так, ну все. Пока заканчиваем эту трансляцию. На это вкус. Опа, еще пирожки подкатили к нам. На этой вкусной ноте.